10 человек утонуло на водоемах Рязанской области с начала года. Это те, по которым есть данные судмедэкспертизы. Причина смерти еще 6 извлеченных из воды пока устанавливается. В основном люди гибнут на диких пляжах, в незнакомых местах, не оборудованных для купания. Между тем, сегодня в регионе действует 19 официальных пляжей, как общедоступных, так и в санаториях и детских лагерях. Там, кстати, не зарегистрировано ни одного случая утопления. В ближайшее время будет дополнительно открыто еще 11 пляжей. Хотелось бы обратить внимание жителей области, значит, на необходимость посещать санкционированные места, то есть пляжи, где проверено дно, значит, где есть спасатели, где можно получить услуги, значит, есть киоски, где можно выпить прохладительные напитки. Ну и не купаться там, где неизвестно какое дно, оно не проверено. Значит, где есть быстрины, где есть сильное течение.